Друзья, всем привет! Всем привет! Мы продолжаем работать, как работали, так и работаем. Сейчас заберем автомобили и покажем цены на зеленом углу. Друзья, подписывайтесь на наш инстаграм английскими буквами автоподбор25, куда выкладываем всякие приколы. Если вам будет интересно, будем выкладывать намного больше автомобилей, чем на этом YouTube-канале. Какие автомобили покупаются и в каком состоянии. Поэтому инстаграм английскими буквами автоподбор25. Друзья, какие японцы все-таки молодцы. Едем в минивэне, в семиместном минивэне. Двигатель не работает. Едем на батарейке, на гибридной установке. Бензин у нас, он просто не расходуется. Работают фары, фары не работают. Включили фары, работает кондиционер. Музыка, топливо ноль, не расходуется. Сейчас остановимся, немного расскажу, что это за автомобиль. С трудом нашли место остановиться, вот отъехали дальше транспортной компании. У нас сегодня ночью, утром шел дождь, поэтому очень много грязи. Итак, как вы видите, это минивэн Toyota Sienta, автомобиль 2016 года. Объем двигателя 1,5 литра, надежный, хороший двигатель 1NZ, 74 лошадиные силы. Sienta, конечно, она изменилась по сравнению с предыдущим кузовом, но что первые, что вторые, там, что третьи модели, да, они все идут три ряда сидений. Внешность, еще раз повторяюсь, очень изменилась. Итак, три ряда сидений. Есть 4 воды, передний привод, есть гибрид. Ну, вот это вот отошло, это уже здесь лепили. Черный салон, второй ряд сидений у нас двигается, третий ряд сидений он прячется, заезжает под второй ряд сидений. Также можно просто оставить одно кресло третьего ряда сидений. Как видите, места все-таки там маловато, детям само то. Вот, допустим, 4 колеса сюда влезло без проблем. Кстати, обратите внимание, в каком состоянии колеса, с лемельками, практически новенькие. Здесь родной размер стоит 185 60 на 15. Подписчику приобрели 185 65 на 15. Немножко машинка, она будет повыше. Это был не автоподбор, это был осмотр автомобиля. Посмотрели мы, муж с женой, пара, по-моему, 4 автомобиля. Вот из 4 автомобилей они остановились на данном варианте. Автомобиль забирали чистенький, но вот немного испачкали. Но поверьте, по сравнению, когда вы получаете автомобиль с автовоза, это все мелочи. Гибрид, 74 лошадиные силы. Комплектация не богатая, но и непростая. Покажу двигатель. Потом пройдем по салону с вами. В данный момент батарея у нас заряжается. Как видите, двигатель, поршневая группа у нас работает. Вот он, собственно, сам двигатель, инвертор. Двигатель 1NZ, напоминаю. Пробег на автомобиле 70 с копейками тысяч. Сейчас посмотрим состояние двигателя. Именно по ржавчине. А двигатель в очень хорошем состоянии. Как, я думаю, вы слышите, автомобиль заглох. То есть в данный момент он перешел на работу батареи. Левая дверь идет электро. Очень удобно в плане, когда боковые двери где-то вот в магазин, на парковку, к супермаркетам подъезжать. Единственный минус, они зимой, ну, поверьте, тяжело их открыть зимой, особенно после мойки. Подстаканник, интересная вот такая вот оранжевая вставка, бардачок тоже у нас идет оранжевый, снизу имеется нижний бардачок, документы, ГЛОНАСС, сиденье, знаете, материал такой добротный, я вам скажу, на сиденье, коврики, царапин здесь по минимуму. 16 год, гибрид, полторашка, 7 мест, электродвери, все есть. 835 тысяч стоил данный автомобиль. Сиденье, естественно, у нас ездит вперед-назад. Ну, я не буду туда садиться целиком, потому что не хочу пачкать. Но поверьте, места здесь довольно много. Мультимедиа, аварийка, здесь выезжает крючочек, сам климат-контроль. Вот здесь, видите, синеньким горит холодный воздух, горячим. Ой, горячим, красненьким горит горячий воздух. Вот такой вентилятор, небольшой дисплейчик, сам АКПП, ГЛОНАСС. Вот он спрятался, ручник идет ножной.
руль идет обычный, управление музыкой. Все работает. Имеется у нас датчик при столкновении, подсветка. Ну, хороший, хороший автомобиль. Аналог. Ну, давайте так. Напишите в комментарии, левый руль, какой аналог. Я думаю, никакого, чтобы автомобиль был гибрид. Если брать правый руль, японский аналог, ну, наверное, это Freed Spike, уже новые кузова. Вот, но там цена, конечно, будет на них выше. По подвеске, по двигателю, по сканеру, по состоянию батареи на данном автомобиле вопросов никаких не возникает. Кнопки управления часами. Вот показано, когда работает двигатель, когда работает батарея. Остаток, сколько мы можем проехать. 242 километра, спидометр 180, температура воздуха. Пробег 77 тысяч на данном автомобиле. Электродверь открывается у нас с кнопки. Также мы можем отключить эту электродверь. Отключение датчика при столкновении, корректор фар. Ребят, когда стоит корректор фар Ксенона, нет на автомобиле управления дисплеем. Так, что-то я дверку не закрыл. Кнопочку нажали, очень удобно. Дверь поехала, закрылась. Многие сталкиваются с тем, то что когда они видят японские автомобили, да, как это так, как это у вас зеркала складываются сами? Да быть такого не может. Кнопочку нажали, зеркала сложились. Нажали, зеркала у нас открылись. Доходит даже до того, то что левый руль, некоторые автомобили, они у них элементарно не регулируются зеркала заднего вида. Да, в японском автопроме тоже есть такое, но это уже самые там, самые-самые по низу рынка, самые бюджетные автомобили. Не хватает, конечно, здесь подлокотника. Вот, а ну, опять же, я сужу по себе, мне удобно, когда я еду, у меня рука вот, ну, чтоб я облокотился. По месту, места для водителя очень много, нереально много, потолок, крыша, все высокое. Вот такой вот семиместный автомобиль. Камера заднего вида здесь есть, траектории нет, но камера заднего вида здесь ставили уже здесь. Ладно, друзья, отгоняем, заезжаем в транспортную компанию и пойдем немного автомобилей снимем. Вот. Что касается автомобилей, завозы есть, но маленькие, маленькие. Курс доллара растет, машины покупать боятся, но говорят будут. Еще такая тема одна, что касается транспортной компании, что касается автовозов. Да, ребят, есть очередь. Очереди есть везде, не только в данной транспортной компании, по всему городу. Почему? Ну, потому что в связи с все-таки с этой эпидемией, с коронавирусом, не каждый водитель погонит автомобиль на восток, к нам на Дальний Восток, фуру, да, свою, пустую. Поэтому все-таки проблематично. Вот в данный момент раз, два, три, четыре, пять. Пять фур подошло, то есть какое-то количество автомобилей уедет. Вот, поэтому не переживайте, чьи автомобили еще стоят в транспортной компании. Ждут очередь, скоро тронемся. Ладно, идем на рынок. Первый автомобиль — это Honda Fit. 17 год, автомобиль 4WD, аукционный лист 3,5 балла, стоимостью 685 тысяч рублей. Аукционный лист лежит, имеется покрас. Имеются окрасы на кузове. Нужно смотреть. У него модные такие туманки, летняя резина, он без литья. Визуально автомобиль целый, видимых каких-то дефектов, косяков на автомобиле нет. По левой стороне, по правой стороне тоже. Посмотрите, в каком состоянии багажник. Напоминаю, задние сиденья у Фита, они складываются, получается ровный пол. Ну и плюсом поджопник, так называемый, тоже поднимается и фиксируется. В автомобиле есть передний привод, есть гибрид, есть 4WD, которые гибридные версии. Они идут, коробка передач у них идет робот. 1.3 идут на вариаторе. Довольно неплохой, надежный, тяговитый двигатель. Айстоп, все есть. А есть рабочая лошадка Toyota ProBox, простой белый цвет.
GL комплектация, цена на данном автомобиле не указана, зато написано статистика 4 балла. В следующем это ВИЦ, 17 год, 1.3, стоимостью 625 тысяч рублей, имеется аукционный лист. Напоминаю, аукционные листы все нужно проверять. Без литья летняя резина, я бы ее заменил бы. Накладочки, скорее всего, прилепили здесь, видите, здесь пылесос. Пылесосят, чистят, автомобиль тоже на вариаторе. Климат-контроль, мультимедиа-система имеется. Ну, что я говорю, она имеется практически во всех автомобилях. Это какие-то бюджетные автомобили. Там стоит одна диновская магнитола. ВИЦ тоже довольно неплохой автомобиль, сзади полка. Вот, но по большей части этот автомобиль идет для девушки, для женщины, никак не для мужика. Следующий автомобиль тоже очень интересный, это Nissan Куб. Год не вижу, сейчас посмотрим. Тоже очень интересный автомобиль, несмотря на свою как бы такую внешность. Некоторые просто не покупают его из-за внешности, но поверьте, автомобиль надежный, комфортный, удобный. С хорошей трансформацией салона. Задний ряд, второй ряд сидений у нас двигается. Багажное отделение, запаска есть. И смотрите, а багажное отделение, оно как бы уходит вглубь. Здесь крючочки, собачник, подсветочка у нас есть. Потолок, интересный потолок в данном автомобиле. Сейчас я вам покажу. И он, поверьте, он реально комфортный. В нем комфортно ездить в этом автомобиле. Два подстаканника, вот такого плана потолок. Подсветочки, сиденья такие велюровые. Ну, говорю, в общем, сидушки у нас ездят. Есть автомобили передний привод, есть 4 ВД, все идут на вариаторе. ВД, 4 ВД, здесь стоит электромотор, широченный подлокотник, есть аукционный лист. Ну, вот, судя по аукционику, он был поджат немного сзади слева. Широченный подлокотник, климат-контроль, интересного плана. Сделан спидометр с такой, с подсветочкой. Ручка переключения передач. У нас здесь кулиса. Камера заднего вида есть. Кожаный руль, белый руль. Знаете, мне вот светлый салон, ну да, это клево, это красиво, но бывает он, то что не то, что бывает, да, он, короче, он затирается. Стоимость, к сожалению, здесь не указана на этот автомобиль. А сколько кубик стоит у вас? Тут что-то не написано. Я думаю, да ладно, не будем уже. Ну, если уточните, в районе, наверное, 550 где-то так. Дальше стоит Toyota Rumi, тоже довольно интересный автомобиль. Rumi, Tang, Subaru, Jasti, автомобильчики, они одинаковые. Вот начали они потихонечку появляться на рынке, уже нормальные, не битые, скажем так, не крашеные. Покажу вам багажное отделение. Так, залезли туда еще. Дверь сзади идет. Здесь пластмассовая. У них тоже есть всевозможные комплектации. Их очень много. Сиденья складываются вот таким вот образом. Опа. Есть одна электродверь, есть две электродвери. Смотрите, сколько места, да, как в Кейкаре. Места очень много. Вот такие вот поручни, солнцезащитные шторочки. Это с Японии. Установлены они. Все включается, все работает. Сзади колонки, ремешок для третьего пассажира. Просторный, светлый, удобный салон. У нас где-то есть обзорчик на Toyota Tank, когда они только появились. Здесь подстаканники. Дуйки, торпеда немного поцарапанная, бортовой компьютер, тоже мультимедиа-система. Автомобили есть на климат-контроле, здесь просто идет на крутилках. Руль обычный, пластиковый. Рядом что у нас стоит? Стоит рядом Toyota Isis. Он у нас 945 тысяч, 4 ВД, автомобиль 2015 года. Комплектация не платана. Ну вот, что-то здесь делают, наверное, руль меняют. Ладно, не будем сюда подходить. А еще один стоит Honda Fit, гибрид, вот о чем я и говорил, да. У него идет робот, ну вот тоже используют его под склад, под небольшой, скажем так, автомобиль. Неплохая комплектация, кожаный руль, подогрев зеркал. HDMI, родная магнитола.
695 тысяч рублей. Давайте еще один гибрид посмотрим. Toyota Aqua. Полноценный гибрид с чистейшим, чистейшим багажником. Запаска есть. Ветровики, плавник, накладки. Комбинированный салон. Сзади какой-то модный бардачок стоит с подстаканником. Полный мультируль. Кто-то спрашивал, полный мультируль, то есть без мультируля, не видел. Есть автомобили без мультируля. Вот так вот, да, Aqua, Fielder, они вот относятся к таким автомобилям, блин, как не 665 тысяч. Как не придешь, так все какое-то, блин, там царапина здесь. Такой прям приятный салончик на автомобиле, у автомобиля. Двигатель 1.5 литра, круиз-контроль, кнопка старт, стоп. $665 000. Есть интересный автомобиль Suzuki Swift, ну тоже такой, по большей части это женский автомобиль. 2.2 стоит. 2015 год, 1.3, там, по-моему, 1.2 идет. Этот стоит 595 тысяч рублей, этот стоит 585 тысяч рублей. 17 год, аукционная оценка 4C, честный пробег, есть статистики, в идеальном техническом состоянии 595 тысяч рублей. Вот лежит аукционный лист. Давайте посмотрим. 4 балла, 123 тысячи пробег, кузовщина автомобиля целая. Ну, в принципе, да, да, похоже на правду, действительно. Давайте салончик посмотрим. Дверная карта комбинированная, ткань, пластик, родные коврики. Да, есть царапины. Кстати, вот эти царапины, их можно, ну, если приложить руки, можно убрать. Есть подогрев водительского сидения, климат-контроль, руль идет обычный, бортовой компьютер, магнитола, розетка на 12 вольт у нас спряталась. Но места сзади, конечно, все-таки здесь идет маловато у нас, как ни крути, для задних пассажиров. Хэтчбэк такой. Багажное отделение тоже напоминает чем-то кубик, оно широкое и углубляется. Запаски нету, есть ремкомплект. Что у нас там по низу происходит? Ну, как правило, переднеприводные автомобили, они не ржавые. Это вот 4 ВД. Найти, конечно, сложно. Еще один стоит. ВИЦ 505 тысяч рублей, 16 год. ВИЦы есть с объемом двигателя 1,3 литра. Есть литровые, как данный автомобиль. Еще одна Aqua. Комплектация S Honda Freed. Есть Honda Freed Spike. Этот фриз 16 год, 1.5 литра, они все 1.5-литровые идут. Цена здесь не указана. Ну, что фриз, что спайк, ну, по большей части, наверное, именно спайк. Это самый такой популярнейший автомобиль. Еще одна Aqua, тоже закрыта Aqua. По стоимости она стоит... Лучше на двигателе. На двигателе. Там на ручке... Не указана стоимость на данном автомобиле. Пасики начали, не начали появляться, уже давно появились в свежем кузове. 17 год, аукционная оценка 4,5 балла. Есть на климат-контроле, есть без климат-контроля. Цена, к сожалению, здесь тоже не указана. Ну, еще один покажем вам рабочий автомобиль. Это Nissan Ring Road. Таких автомобилей, они хорошие, надежные, блин, неубиваемые автомобили. Единственный минус, это если автомобиль 4 ВД, там стоит электромотор. Итак, это 16 год, 1.5 литра, стоимостью 575 тысяч рублей.